Что происходит? Ты хочешь сожечь нашу тюрьму? Да. Сейчас. Опа! У тебя это не получится. Лава! Как ты это сделал? Бежим! Бежим быстрее! Бежим отсюда! Слабость! Бежим быстрее! Эй, что вы делаете? Что ты делаешь? Ты умрешь сейчас! Не поможет. Нет, умрешь сейчас, Иван Иванович, все! Теперь тебе конец! Ошибка в системе. Опять вырубишься? Сергей Сергеевич! Тут Иван Иванович совсем уже офигел! Он хочет тюрьму сожечь! А? Ты псих! Ты хоть в курсе? Вспомни все, что было. Из-за того, что много раз осуждался, ты портился изнутри. Ты полностью сгнил. Да, ты сгнил полностью. Сколько еще ты будешь возрождаться и бегать за нами? А? Если ты... Что это вообще такое на самом деле? Если ты будешь перестать... Смотрите! Если ты не перестанешь это делать... Я не умер. Если ты перестанешь... Прыгните сюда! Нет, здесь все... Ай! Ай, нет! Ай! Будешь полностью... А, где я нахожусь? Опять вы! Что тут вообще? Я подобрал твою кирку! Нет! Лава! Я нашел твою кирку, но, к сожалению, она сгорела. Она там, если ты туда пойдешь, тесно. Так, ну... Побери! Так я знаю путь! Пока! Знаешь, как выбраться? Да, он... Я вам скажу. Так, что опять со мной произошло? Так, ну что, нам надо как-то отсюда выбраться. Вон, мы здесь как-то оказались. Слушай, Иван Иванович опять нас обманул. Он обещал справиться, но потом он... Знаешь, когда он первый раз умер, что... Я видел, что с ним случилось. На него нашла какая-то тьма. Да. Она начинает распространяться каждый раз, когда... Да, мне тоже так кажется. С каждым возрождением он становится все сложнее и сложнее. И злее, и злее. Нам еще потом нужно как-то сделать так и извлечь его зло, чтобы он стал добрым. Вот что же мы будем теперь делать? Как нам от этого избавиться? Слушай, я, кажется, знаю один способ. Нам нужно найти один маяк, в который нужно кинуть Ивана Ивановича, и он станет добрым, как и был. Ну давай попробуем, конечно. Только нам нужно выбраться отсюда. У меня есть кирка. Что? Что? Иван Иванович сам, бежим. Иван Иванович! Ха-ха, прощайте. Садись. Быстрее, нужно его заманить на тот маяк. Как? Стой, подожди меня. Я должен залезть сюда. Я должен сесть в лодку. Садись в лодку. Ай, мне не получается. Стой, подождите меня. Что за погоня? Иду. Иду у вас спасать.